Первые в космосе. 12 апреля в России отмечают день запуска ракеты с человеком на борту. Пилотировал «Восток-1», известный каждому еще со школы Юрий Гагарин. Летчик-испытатель не только стал первым, кто увидел Землю из иллюминатора, но и настоящим символом покорения Вселенной для своих современников и потомков. В международном сообществе эта знаменательная дата больше известна как День полета человека в космос. Традиционно в нашей стране сегодня чтят память тех, кто стоял у истоков покорения необъятных просторов Вселенной и рассказывают подрастающему поколению о героях этих событий. Примечательно, что накануне этой важной даты Роскосмос провел успешный запуск новой ракеты «Ангара-А5». Ее отличие в повышенной грузоподъемности, что позволит доставлять на орбиту более сложное оборудование. Это был, собственно говоря, первый прыжок человечества из своей космической колыбели. Вот. И это событие, его просто нельзя переоценить. Это все благодаря, в том числе, и советской космической программе, которая началась с запуска первого искусственного спутника Земли, продолжилась полетом Гагарина. И сейчас, не останавливаясь, мы движемся вперед. У нас работают и орбитальные обсерватории. И вот вчера только состоялся успешный пуск Ангары с космодрома Восточный. Конечно, это все звенья одной цепи. То есть мы движемся вперед, и началось это движение еще при Сергее Павловиче Королеве. Сергей Королев – еще один человек, что дал старт изучению космического простора. Под его руководством была создана и запущена ракета «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту. О роли и важности первого полета в космос и личностях, что стояли за этими мировыми достижениями, школьникам Сургута рассказали в ходе интеллектуальной познавательной игры «Ключ на старт». Ребята даже соревновались в знаниях истории освоения космического пространства. Победителями стала команда Сургутской технологической школы. Ученики назвали свой коллектив в честь первой ракеты «Восток». Отметим, что в школах Сургута прошли классные часы для учащихся о роли нашей страны в изучении космоса. День космонавтики – это особый день для нашей страны. Это день первого полета человека в космос. И в понедельник в рамках курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» во всех образовательных учреждениях школьники приступили к занятиям по теме «Я вижу Землю, это так красиво». На эту тему было занятие, известная фраза Юрия Алексеевича Гагарина.